Спасение. Это слово так часто встречается на наших уроках, что произносим мы его не задумываясь, не вникая в его глубокий смысл и не видя за ним точного руководства к действию. Но забывать о том, что есть спасение, на самом деле нельзя. Мы должны видеть за этим словом возможность воссоздания божественной благодатью нашей падшей природы через нашу же веру и исполнение нами евангельских заповедей. Только это и позволяет человеку спастись, то есть соединиться с Богом в вечности. Теме спасения особое внимание уделял и святитель Игнатий Брянчанинов. И вот почему. Встречаясь и беседуя со многими людьми, желающими спастись и много говорившими о спасении, он задавал им вполне конкретный вопрос: а в чем именно заключается спасение? И ответа не получал. Большинство его собеседников четко и конкретно объяснить и себе, и святителю, что есть спасение, не могли. И потому святитель Игнатий повторял вновь и вновь: незнание того, что есть спасение, придает всем делам христианина неопределенность. А чтобы обрести желаемое спасение, необходимо иметь правильный взгляд на себя, на то, в чем заключается спасение и в чем состоит погибель. С тех пор минуло почти 200 лет. А многое ли изменилось? Об этом на наших уроках с епископом Среднеуральским Евгением мы вспомнили не случайно. Говоря о том, что плач и радость могут приближать человека к спасению, а могут, напротив, уводить от него, мы подошли и к тем условиям спасения, которые сформулировал святитель Игнатий. Желающему спастись необходимо правильно веровать в Бога, принадлежать православной церкви, быть крещенным, очищаться от грехов покаянием, приобщаться святых христовых тайн и соблюдать заповеди Божьи. И продолжая сегодня разговор о плаче и радости, мы поговорим о том, как правильно исполнять заповедь «Блаженны плачущие». Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Вот тут, если на самом плаче сосредоточиться: ой, буду плакать. А ведь здесь и другая сторона — утешение. Жизнь наша в псалмах Давида именуется «Идоль плачевная», то есть место — обитель плача. Кто-то с этим не соглашается и хочет, чтобы эта жизнь была местом утешения. И весь дискомфорт, который мы испытываем здесь, с голодом, с холодом, с болезнью, его как-то исправить. Засеять поля пшеницей, произвести лекарства против болезней, создать удобные для жизни условия, и чтобы вот от этого плача уйти, убежать искусственно. Не получится. Не получится, потому что Господь при изгнании Адама из рая сказал и о слезах, и о поте, и о болезнях, и о борьбе. И пророк Давид это подтверждает. Ну, Евангелие этим же пропитано. Так вот, блажен, я один только акцент, вообще заповедь, она бездонна, она такая, что в ней столько оттенков, столько граней, что какую-то не коснись, и можно о ней говорить и размышлять бесконечно. Но одной грани коснусь. Блаженны плачущие, блаженны те люди, которые, живя здесь на земле, они понимают то место, в котором находятся. Мы находимся в тюрьме, мы находимся в месте заключения, месте исправления, месте, в котором, если мы будем пытаться в нем искать чего-то другого, то, ну, конечно, да, хорошо, если мы поищем, но все-таки мудр тот человек, который убедится в правоте Божией и слов Священного Писания, что это юдоль плача, место плачевно.
И осознав это, возвращаемся к преподобному Силуану Афонскому, который говорит об этом. Держи свой ум в ааде, но не отчаивайся. Место, где мы живем, это место плача. Если мы, находясь в нем, не отчаиваемся в любви Божией, не разочаровываемся, не говорим, что почему Бог так все плохо устроил, что мы здесь не видим ни света, ни радости, ни утешения, только одни труды, болезни, печаль и тоска. А если мы понимаем, что это среда нашей жизни, если мы умеем в ней, находясь, плакать, трудиться, терпеть и при этом надеяться, ибо они утешатся. Если вы несете, если мы, я несу крест этой жизни, крест своих немощей, своих болезней, своих печалей, своих страстей, несу это, как осужденный человек несет наказание, находясь где-то там в местах заключения, и при этом имею надежду на освобождение, что если я буду здесь жить не так, чтобы... Вот есть люди, которые, знаете, вот они привыкают жить в тюрьме. Они стараются создать себе в тюрьме такой мир, чтобы там было комфортно. Они выстраивают там отношения со всеми, они находят лучшие койки около окошка, они выстраивают отношения так, чтобы быть старше, главнее всех, чтобы все им служили. И они там себя считают королями, в тюрьме находясь. Нам со свободы. Ну как-то это не смешно, а как-то несуразно об этом говорит. Ну как? Ну кем бы он там ни был, но он же в тюрьме находится. Он же должен полагать усилия, прилагать усилия, чтобы выйти оттуда и стать человеком. А многие, полюбившие такую жизнь, они когда выходят из тюрьмы, они делают специально следующее преступление, чтобы вернуться в тот мир, который их устраивает. Наша жизнь здесь на земле — это жизнь в заключении, жизнь в тюрьме. И единственный способ, как мы можем из нее выйти на свет, выйти в радость, выйти на свободу, — это плакать о своей неправде, о своем несовершенстве, о своей смертности, о своих грехах. И надеяться, что там есть совершенно иной мир. Плакать, надеяться и трудиться над собой. Ну, как человек в заключении, он же должен трудиться над собой. Он должен осознать свое преступление. Он должен убедить общество в том, что это осознание твердое, как хорошим поведением, добрыми делами. И словами, и мыслями, и деяниями, которые свидетельствуют о том, что человек действительно исправляется. И вот такого кающегося грешника суд, если по-правильному, досрочно освобождает.
такому человеку ослабляют режим содержания. И он получает какую-то степень свободы, какую-то степень радости, какую-то степень утешения. Такой человек идет в библиотеку, даже в тюремную, и читает там книги. Такой человек начинает помогать тем, кому тяжелее. Такой человек учится профессиям, старается получить какие-то навыки, правильные навыки, находясь в тюрьме, только с одной целью, чтобы когда выйти, этими навыками уже воспользоваться в хорошей, нормальной, настоящей жизни. Если мы возвращаемся в нашу уже здесь земную жизнь, то она ничем не отличается. Мы имеем возможность, любя, слыша, веря в то небесное царство, где Господь Бог пребывает, учиться, идти в библиотеку и читать о нем, получать навыки жизни там, навыки добродетели, молитвы, поста, любви к ближнему, любви к Богу. Мы только немножечко можем научиться, там в полной планете откроется. Но вот такая задача перед нами стоит. И, конечно, мы должны правильно осознавать, я в тюрьме, здесь место плача. И то, что такие скорби, это правильно. Это не Бог ошибся, это не несправедливость, это мои грехи. То, что есть надежда, это Божья милость, это Его дар, это Его благодать. Господь немножко приоткрывает. Знаете, как человек сидит в какой-то в камере, вот, и там и у поэтов, и у людей, которые побывали в заключении, говорят, вот откроет окошко, свежий воздух с улицы пойдет, такая радость. Птички там чирикают, бегают, снежок белый падает, или солнце весеннее пробивается. И такая радость приходит в эту темную камеру. Но вот когда благодать приходит в жизнь христианина, вот такими маленькими, только отблесками тех реалий, которые там есть, вот она приносит радость. Вот она утешает, согревает душу и дает надежду, что действительно там-то я смогу войти в полную меру этой благодати. И, конечно, счастлив тот человек, который, находясь в заключении, искал, трудился, дверь открылась, он вышел. И он здесь не случайный, он этого искал, он к этому стремился, и он здесь себя находит. И счастлив тот христианин, который, живя в своем этом земном жилище, в этой юдоле плача, настраивается, трудится, руки не опускает, учится, совершенствуется. Не для того, чтобы быть здесь главным, лучшим и показать кому-то, что он какой-то хороший, но только для того, чтобы Господь его взял за ручку и вывел туда, в Царство Небесное. И дал ему после этого плача, дал ему радость и веселье, дал ему мзду очень большую на небесах. Земля – страна плача, небо – страна веселья, пишет святитель Игнатий. Но небесное веселье вырастает от семян, посеянных на земле. Такими семенами являются молитва, слезы, покаяние, прочие христианские добродетели. Конец цитаты. И здесь важно отметить, что такой взгляд на земную жизнь – это не какие-то личные убеждения человека, жившего 1,5 столетия назад. Все убеждения этого учителя покаяния, так еще называют святителя Игнатия, были основаны на его глубокой вере и столь же глубоком знании и понимании Священного Писания и наследия святых отцов. Говоря в своих статьях о духовной пользе и спасительности плача, слез, а также об опасности и даже гибельности земных радостей, святитель Игнатий опирался в том числе и на авторов Ветхого Завета, поскольку они в своих книгах говорили о том же. Так пророк Давид утверждал, что сеющие со слезами будут пожинать с радостью. А премудрый Экклезиаст свидетельствовал о том, что сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Конечно, в доме плачущих и в доме смеющихся царит различный дух. Вопрос, о чем плачем, о чем радуемся. Апостол говорит о том, что непрестанно молитесь и радуйтесь, и радуйтесь. Мы говорим о том, что нас призывают к тому, чтобы плакать. Какая-то возникает антиномия, диссонанс. Так что нам делать-то? Плакать или радоваться? А вот вопрос о качестве. О чем нам плакать и о чем радоваться? «Радуйтесь о Господе» неоднократно звучит у святых апостолов. «Радуйтесь о Господе». Если человек способен радоваться о Господе и делать это не на показ перед людьми, делать это не как некую защитную реакцию, а внутренне
жить радостью о Господе, проживать каждый день Евангелие, читая его, размышляя о нем, стараясь исполнять его. Если человек, как святые люди, вот они жили, радовались о Духе Святом, как преподобный Серафим Саровский радовался, и он был не способен сдержать эту радость, и она выплескивалась на окружающих. Радость моя, Христос воскресе! То вот этого достаточно. Это высшая точка, это высший пик. Это радование. А Господи, это уже человек стоит перед вратами того радования, которое в жизни будущего века ожидает каждого христианина. Но если мы этого не имеем, если мы не можем жить в такой радости, если рутина дня, если маловерие, если болезни, грехи, если немощи наши являются содержанием нашей жизни, то тогда наш плач о чем? О том, что нет у нас этой радости. Плач не от того, что нас невкусно кормят, а то, что нас все не любят, от того, что у нас было раньше столько всего много в той России, а теперь у нас столько всего мало. Не плачь от того, что у кого-то в семье нестроение, неприятности, муж не такой, жена не такая, теща вредная, дети непослушные. Не об этом. А плач о том, что я не могу быть сосудом, вместилищем этой радости о Господе. Вот святые отцы об этом свидетельствуют. Мы с вами упоминали святого Силуана Афонского. Он об этом плакал, о том, что он не может радоваться о Господе, потому что Господь им явился, открылся, а потом по своей человеческой немощи он это потерял. И он плакал об этом. И вот этот плач, если он становится содержанием жизни христианина, то этот же плач становится путем возвращения к радости. Если у нас смех и радость вот об этой земле, об этой траве, об этих соблазнах мира сего, если мы пытаемся этим суррогатом, этими чипсами духовными наполнить реалии своей жизни, то наша радость и наш смех – это то безумие, о котором вы процитировали, то это тот суррогат, которым мы пытаемся восполнить свою собственную нищету, свою собственную пустоту. «И пусть зрители не унывают», — добавляет владыка Евгений. «Нашими уроками мы никого не хотим лишить положительных эмоций или направить чувства людей в бесконечную реку слез. Нет, мы будем говорить о том пути, который приведет каждого желающего спасения к настоящей радости в Боге. И на этом пути, как и на всяком другом, важно определить начало». Но мы должны обозначить точку отсчета. Мы говорим о том, что печаль, плач, сокрушение о чем? О том, что мы не имеем причастности к источнику радости, к источнику жизни, к нашему Господу. Люди, которые имели бы эту причастность, они прятались от мира, они хотели скрыться, чтобы ничто, содержащееся в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, чтобы ничто не прикасалось. Поэтому мы куда люди спрятались? На Афон. И закрыли двери, закрыли вход на Афон, чтобы там никого не было. Спрятались в горах, чтобы вот это все не божеское не имело входа даже в то место, в тот двор, в те дворы, в те монастыри, в которых живут люди. И там они искали уже в этой тишине внешней, искали духовных трудов, подвигов, плакали и просили Господа о даровании даров, которые по апостолу, напомним эти слова, плод духовный, радость, мир, любовь, долготерпение, вера, милосердие. Когда это входит в нашу жизнь, то появляется радость, а когда этого нету, то печаль. Господи, почему я оставил Тебя? Почему я пуст? Почему нет во мне Твоих даров? Вот об этом плачем, об этом сокрушаемся, и этим плачем мы начинаем движение, начинаем путь к стяжанию. Даем возможность Господу дать нам ответить даянием вот этих даров. Но дары эти мы никогда не сможем принять, если не приготовим для них место в душе.
Как учит святитель Иоанн Златоуст, хорошо бывает мыть сосуд души, чтобы, очистив его нравоучением, подготовить к восприятию мира богословия. Потому что, по слову царя Соломона, в лукавую душу премудрость не войдет. Такой подготовкой души к дарам Божьим и одновременно такой очисткой для нее является покаяние. И выражается оно именно в плаче. Еще раз напомним, что под плачем духовным мы понимаем внутреннее состояние христианского подвижника, которое выражается в глубоком сердечном сокрушении о своих грехах перед Богом. То есть плач является проявлением покаяния, и одновременно он есть следствие правильного покаяния. Если же такого плача у нас нет, значит, что-то в духовной жизни мы делаем неправильно. Как обнаружить, что именно? У кого мы должны учиться плакать и каяться богоугодно? Конечно же, у святых отцов. Они на личном опыте познали, что есть плач и как он помогает бороться с грехами. Как мы бы были благодарны телеканалу «Союз», если бы все-таки наконец канал «Союз», ну, пригласил бы в студию на беседу Пимена Великого или Пимена Многоболезненного, ну или на крайний случай Силуана Афонского. Пригласили бы и сказали бы: «Святой Пимен, святой Силуан, святой Серафим, ну вот расскажите нам о пути духовном, о преуспеянии, о покаянии, о спасении, о благодати». Это те люди, которые действительно по достоинству имеют основание, имеют право говорить, потому что они говорят о том, что Господь им дал. Они говорят как те люди, которые пережили тот предмет, о котором они могут говорить. Хотя некоторые из них не могли даже и говорить о том, что пережили, когда их спрашивали: «А что, Ава, чем ты живешь?» Только слезы катились из глаз. Эти были слезы умиления, потому что мы помним эти слова, что ни ухо не слышало, ни око не видело, и на ум человеку не всходило то, что уготовил Господь любящим его. Вот этим людям это всходило на ум, и порой, когда они пытались говорить, то они осознавали скудость человеческого языка, русского, греческого, когда пытаются описать то, что Господь уготовил любящим его. И глаза наполнялись слезами, и уста иногда закрывались, а иногда отверзались. Как у преподобного Серафима отверзлись уста, и он не просто рассказал, он показал своему ученику Николаю Мотовилову о том, что уготовил Господь любящим его. Он открыл благодать Духа Святого. Вот если бы мы могли пригласить в студию такого святого человека, то, конечно, он в меру словесного аппарата, только в эту меру, мог бы нам рассказать. Но если может святой человек перед камерой рассказать о том, что такое плач о своих грехах, что такое путь покаянной жизни и что такое радость о Духе Святом, то уж нет сомнений, что, ну ведь Господь же, он наполнил церковь свою, не лишил источников познания, не лишил источников разумения. Священное Писание этим изобилует. И все то, о чем говорили святые отцы в своих наставлениях ученикам, об этом же святые апостолы Иаков, Павел, Петр изложили в посланиях
Об этом мы прямо либо косвенно находим свидетельство в Святом Евангелии. Свят, 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 еси Боже, Богом.